Hi guys. I'm waiting for you. Hi, hi. Привет всем. Привет. So the first that I want to say, Happy Women's Day. In Russia, it's holiday, so today I don't have a school. Привет! Hi from Portugal. Hi! hi, guys. Thank you. So, I love this. So cute. Спасибо и тебя с праздником. Thank you. Машка, привет! С праздником. Поздравляю всех девушек. У меня все отлично. Как ваши дела? Привет, Катюша. Привет. Привет, а когда ты приедешь в Россию? Я в Россию приезжаю в воскресенье. Я в субботу вылетаю и около суток получается лететь. Поэтому приезжаю в воскресенье. Я из России, живу в Москве. И сейчас я работаю в Америке. А если быть точнее, в Голливуде. И сейчас я месяц здесь прожила. Работала, и в эту субботу я уже возвращаюсь домой. София Апидала. So, you told me that, like, I have a crush on Bailey. It's so funny, because it's not true. We're just like a brother and sisters. So, no. But it's so funny. Я сейчас в проекте, называется Now United, и это глобальный проект, это поп-группа из 14 ребят, из 14 разных стран, и мы все вместе танцуем и поем, и здесь сейчас этот месяц мы работали над первыми нашими выступлениями, мы работали с наушниками, которые на сцене используют, то есть это все очень интересно, и это сложно на самом деле, потому что каждый день у нас были rehearsals, то есть как репетиции, тренировки, каждый день по 5 часов, плюс школа с утра, и параллельно какие-нибудь съемки, какие-нибудь интервью, какие-нибудь еще идеи, в общем, все было очень на самом деле классно, но это было сложно. Но еще мы не закончили, сегодня продолжается день тренировок и занятий, и вот эта неделя достаточно была для меня лично, это была самая сложная неделя, потому что в понедельник и во вторник у нас были, даже и среду, просто с утра до вечера съемки, просто реально с утра до вечера, в понедельник мы вообще с 4 утра снимались, и это было классно. Остаемся позитивными. А ты в Америке ходишь в школу? А у нас здесь специальные... Как бы мы все учимся, все 14... Нет, не все, извините. 7 из нас, кажется, или 8 из нас учатся. И у нас как бы выделяют место. И с нами есть учительница, которая с нами работает. И мы как раз вот занимаемся по своей программе, и она нам помогает. То есть каждый занимается тем, чем надо. Привет из Литвы. Класс! I'm 15. А обратно в LA когда? Пока неизвестно, но вообще говорили сначала в конце апреля, потом говорили в мае, теперь говорят в июне. Не знаю, правда не знаю. Все очень быстро меняется, буквально каждый день. Поэтому. Сколько у нас времени? Так, я даже сейчас посмотрю. У нас сейчас 10:15. Okay, I will speak in English too. So I just talk with my my friends, with my fans and followers about about my life here. So what are we doing here and what it was in this month. So I think you know everything. I just didn't speak in Russia, I think, all this month, and it's crazy because right now my English is better. I hope it's better. Yeah. Как ты быстро выучил английский? Часто употребляемый вопрос. Каким образом, когда, как я выучила английский? Ответ простой. Я просто практиковалась. Вот правда, ребят.
Я вообще по грамматике, у меня проблемы жуткие. Я не все понимаю и иногда могу сказать какой-то тупизм. И в этом месяце лично мне безумно сложно разговаривать. Когда меня что-то спрашивают, я иногда вообще по-другому отвечаю, я слышу другой вопрос, и это жутко. Но на самом деле только практика, только практика. Просто начинаешь тренироваться, даже вот как отправляют некоторые родители там детей своих куда-нибудь учиться в другую страну вообще без какой-нибудь базы, без языка вообще. И ничего, заканчивают университет и знают язык, поэтому главное пробовать, не бояться и лучше говорить много неправильно, но говорить. Да, хорошо, буду делать больше историй на русском, это правда моя вина, но я буду исправляться. Привет из Армении. Класс. Спасибо большое. С 8 марта. С 8 марта, Ксю. Марта. Марта. С женским днем тебя, Ксюша. Thank you. In which city are you right now? So, right now I'm in Los Angeles. Hi. And this is like California, and there's like I don't know how I should say, but there's like Los Angeles, Hollywood, Burbank, and a lot of others like region. So, and we travel a lot. Like, я тоже очень скучаю. Настюша, с 8 марта. Привет из России. Да, уже, я честно сказать, очень соскучилась по России. Хочу в Москву, хочу домой к друзьям. Не знаю, почему здесь все так распрекрасно. Здесь нереальная просто погода и климат. Вот просто... Вот. И команда у меня здесь замечательная. Занимаюсь я любимым делом. Но, тем не менее, все равно тянет к дому. Даже не думаю о том, что там зима, что там сейчас минус 20, а здесь плюс 20. Вообще не думаю про это, правда. So far, are you doing good? Yeah, I'm perfect. Передаю привет Полиночке. Thank you. А что вы сейчас снимаете? Так, сегодня у нас вроде бы таких съемок нету. То есть в понедельник у нас был музыкальный, как бы официальный клип к песне Summer in the City. Я думаю, что многие слышали и видели. А если нет, то вам нужно зайти на страничку в Инстаграме Now United. И там вот выкладывают всю информацию, все, что мы делаем каждый день. И там все новости. Если вам интересно, можете тогда как бы заходить. Вот, и мы снимали официальный клип Summer in the City в понедельник. Во вторник у нас были... Я забыла, что у нас было. Я забыла, что у нас было во вторник. А, во вторник у нас была просто фотосъемка в наших костюмах, в наших новых луках. Ну, просто как Now United. Потом в среду у нас была съемка в гараже Бэтмена. Если вы знаете фильм «Бэтмен», то я, честно, не смотрела этот фильм, мне очень стыдно, но там был гараж для его вот этой летающей штуки. В общем, мы снимались в этом гараже, и это вообще это было очень классно. И там произошел маленький инцидент. Я очень долго смеялась, и, ну как, я сначала поплакала. В общем, они разлили пол. Разлили пол. Они разлили воду на полу, чтобы типа отражение в фотографиях было. И мы фотографировались индивидуально. И я подняла ногу, сначала такая классная, выпендриваюсь, все шикарно, всем все нравится. И здесь я поднимаю ногу как бы назад, когда вот так, знаете, вытягивают. Я вытягиваю сзади ногу, и я понимаю, что я падаю, я ставлю руку на пол, у меня выскальзывает рука, и у меня выворачивается плечо. Слава богу, она не хрустнула, и ничего страшного не произошло, но у меня вывернулась рука, и я начала, я не ревела, но я такая, так, значит, крикнула. Ну, я, нет, я даже не кричала, но просто сам факт, что это было очень больно, и все такие, о май гад, начали все бросились мне помогать. Но все хорошо, а потом взяла себя в руки, быстренько такая в белом платьишке была, не переоделась, мне там протерли все, в общем, было весело. И потом дофоткались. Правда, сейчас немножко болит плечо, но нормально. Живу здоровая, счастливая. Вот, но было весело. Это было реально очень весело. Потом, может быть, я публикую это видео, как я шлепнулась, но я думаю, это личное. Вот.
Ты хорошо общаешься с другими ребятами? Да, я здесь со всеми прям душа в душу. Привет, что ты делаешь в Штатах? Я здесь работаю, я в группе Now United. Это глобальный проект. Это поп-группа из 14 ребят из 14 разных стран. Я представительница России. То есть я проходила кастинг, меня нашли в Ютубе. Тоже меня, кстати, часто спрашивают, как ты туда попала, как ты туда заявки подавала или еще что-то. Нет, меня нашли, нас всех искали, и нас искали около 5 лет всех. И это просто сумасшествие, потому что если подумать, сколько они думали над этим, сколько они пытались этого создать, и это вообще что-то нереальное. А сколько кому лет? Значит, я самая младшая, мне 15. В основном всем от 16 до 18 лет. Есть пару ребятам, кому 19, и девочка из Кореи, июнь, ей 21. Она самая старшая, а я самая младшая. Всем остальным вот от 16 до 18 лет. So where's Jolene? Other guys are studying right now. Yeah. But today I have a holiday in my country, in my city, so that's why I'm done study today. Сколько у тебя время? У меня сейчас 10, 20, 30, не знаю. Высыпаешься ты в Америке? Честно сказать, да. Я в Америке первые 2 недели я ложилась в 8, в 9 вечера и вставала в 6, в 7 утра, потому что у нас с утра школы, нужно собраться, переодеться, собраться на день, позавтракать, поэтому я вставала рано. А потом уже из-за того, что съемки, сбой режима, очень достаточно тяжело, все равно здесь как бы каждый день достаточно плотный график, то я ложилась где-то уже в 10, в 9-10, ну как бы не позже 11 обычно. Может, иногда было, вот сейчас на последней неделе в 11 ложусь, и встаю также в 6, в 7, ну в 8 иногда бывало, если съемок с утра не было. Какой тебе день недели сейчас? У нас сейчас утро четверга. Вообще, так быстро время летит, буквально недавно приехала, уже сейчас в Москву возвращаюсь. Я из Москвы. А кто еще из девочек умеет акробатику, как ты делать? Ага, это хороший вопрос. Я просто занималась акробатикой, занималась современными танцами, и я вообще контемпщица, если так можно сказать. Вот. И поэтому я как бы мне это нравится, и я начала заниматься акробатикой только потому, что мне это в кайф. То есть не потому, что мне надо выучить этот трюк. Я просто всегда любила прыгать, и мой папа бывший акробат. И у меня все равно что-то по генам там передалось. И поэтому я обожаю акробатику. И если у меня в будущем не сложится что-то с танцами, и вообще я так думала раньше, что... И до сих пор думаю, если что-то не пойдет не так, то я пойду, скорее всего, в акробатику. Ну, не знаю, как бы я не хочу быть, конечно, таким качком, как там ходят некоторые, но просто научиться делать всякие фляки, бланши, сальто, мне все это очень нравится, и я продолжаю сейчас заниматься просто для развития. Но думаю, что другие ребята здесь, как бы вот Ламар и Джош, они умеют делать бэкфлип, то есть сальто назад. А что касается остальных ребят, они никогда этим не занимались, но я очень надеюсь, что в будущем нам предоставят какие-то такие уроки, и мы сможем еще развиваться и в другом направлении, более таком специфическом. Передаю привет Ангелине Акуле. Да, в Москве сейчас, в России сейчас конец четверга. Это так странно иногда, кажется, что вы в будущем живете, когда у меня вечер, у вас утро. И кажется, блин, у меня же сейчас только четверг, а у вас уже пятница. Я в Москву на этих выходных уже уезжаю. Привет, Катюша Покрытан. Я на английском говорю достаточно свободно. Конечно, есть всегда куда развиваться, но думаю, что могу лучше говорить на самом деле. Я сейчас не в 9-м, я пошла позже в школу, поэтому я сейчас в 8-м классе. То есть мне 15 исполнилось в октябре. И я в школу пошла, мне было 7, исполнилось 8. Поэтому я сейчас не 15, я в 8 классе. Поэтому я к экзаменам пока не готовлюсь. И тебя, Кариночка, с праздником. Привет-привет.
Да, Катюша, я обязательно к вам как-нибудь загляну. Будет время, приду. Передаю привет Алисе. Так, отвечаю Насте. А Джош из Канады, но он живет в ЛА. Нет, он здесь жил там типа в течение 3 месяцев как раз этим летом. Так как он тут в команде у Уилдебеста, я не знаю, если вы видели, должны были. Уилдебест это очень крутой тренер, и он также преподает у нас Now United. Он нас тренирует, держит нас в форме. И Кайл, они два наших тренера, и их ассистенты, их команды как бы тоже с нами здесь работают. И Джош в команде Уилдебеста, то есть он еще до Now United его знал. И я думаю, вот из-за этого он здесь жил, но я, честно, как-то спрашивала, но они сюда не то, что вот навсегда переехали, а только вот из-за танцев. Но точной причины я не знаю. И тебя с 8 марта, Юлиана Борисова. Да, у нас тут очень классно. Как ты совмещаешь учебу с проектом? Настюша 3010. Как я совмещаю? У нас здесь специально выделяют время для учения, для несовершеннолетних ребят, кто еще учится. И у меня сегодня праздник, поэтому я не учусь. Но в данный момент у нас 3 часа, школы. То есть, как бы, нам выделяют специальное время, и мы реально сидим и учимся. Поэтому, как бы, все, возможно, все совместимо. Спасибо! С 8 марта еще раз. Yeah, okay, guys. So, in English, today is the holiday in Russia, and I'm not studying right now. I don't study right now. My English. Yeah, and I just talking with guys about, like, о чем мы говорили? What are we talking about? I forgot everything. Oh, so. We have a special time for school. It's like every day in the morning, like three hours, I think. And on this week we have free photo shoot, and today is like rehearsal day, and it will be like showcase. But I think it will be like for close friends and for our families. And tomorrow it will be a showcase for all fans who can come. And if you're in LA, so come and. It will be great because it will be something amazing. It will be our first showcase for fans, and it really will be cool. I think we'll have a time to talk with you, just like about us, and give you photo and take a photos and just everything. Yeah, it will be great. То есть из-за 8 марта ты сегодня не учишься, а как же остальные? Да, я сегодня не учусь, потому что Sorry. У нас тут такой момент, что если ты... Я очень извиняюсь, простите меня. Так вот, у каждого человека, если у него в его стране праздник, то здесь у него официально должен быть тоже выходной. Поэтому у всех был выходной, и у меня сегодня первый раз выходной за все это время. Да, я русская, я из Москвы, но в данный момент живу в Америке. Ну, ладно, ладно, я не буду так больше читать. Без обид. 8 марта же международный праздник. Да, но оказывается, я, честно, не знала, только в Москве, ну, по крайней мере, в России, только в России считается, что это именно такой выходной. То есть мы не учимся, а в других странах все учатся. Поэтому мы как бы можем поздравить друг друга. Yeah, happy Women's Day! Ла-ла-ла-ла-ла! Но никто как бы не отдыхает, кроме меня. О, правда, на Украине тоже там также праздник. Это классно. Так, песню, которую пела Энни и аккомпанировала моя сестра. Она ее пела Алиша Кейс. Да. И называется она Ain't Nobody. Я не помню.
Блин. Если я вспомню, я обязательно публикую в истории, так что. Упс. Ну да, это как бы классно, когда все учатся, а ты отдыхаешь. Но как бы мне все равно сейчас нужно пойти и дальше учиться. Только по моему желанию, так как мне нужно закончить контрольную до завтрашнего дня. Вот, поэтому. Какое число? Так, 10 это суббота, 9, сегодня 8 утро четверга. Вот. You like my voice? Thank you. В чем суть проекта? Если задуматься, то это на самом деле очень глубокая вообще мысль, сама идея этого проекта. 14 детей, 14 разных национальностей, 14 разных стран, 14 разных персон. И все мы разные, но мы все вместе в одной команде, мы как бы дарим любовь, мир и счастье этому миру. Это немножко может быть странно, кажется, такое, ну да, ну классная группа, ну и все. Но на самом деле это глобальный проект, то есть мы будем путешествовать по всему миру, и наш первый тур будет как раз вот, скорее всего, ближе к лету, в конце весны, начале лета. И мы посетим все 14 стран, и мы также приедем в Россию, правда, не знаю, в какой город, но думаю, что, скорее всего, в Москву, поэтому будьте готовы. Вот, и просто наш продюсер, он продюсер Spice Girls, также он продюсировал Викторию Бекхэм, и он также создал проект American Idol, поэтому это как бы классно. Английский я учила в школе с репетиторами и просто применяла на практике. Все. Я одна занимаюсь в семье танцами, но у нас достаточно творческая семья. Вот правда, я никогда никому не... Ну, как бы я рассказываю про свою семью, но никогда в соцсетях такого сильно не опубликовывала. Мой папа бывший акробат, а потом его как бы огромное хобби – это фотография, то есть фотографировать как фотограф. И сейчас он бизнесмен. Моя мама имеет 2 бизнеса, точнее, имела 2. У нас была огромная танцевальная школа, она ее открыла специально для меня. Там был огромный один... Нет, у нас было 2 зала, один из них был огромный белый зал с огромными окнами, зеркалами, 220 квадратных метров. И это было что-то нереальное. Вот, но потом здание снесли, и пришлось как бы закрыть этот проект. Но меня в тот момент взяли в Голливуд, поэтому это как бы... Одно перетекает в другое, поэтому мы все равно остаемся счастливыми. Моя сестра заканчивала музыкальную гнесинку, то есть она играет на фортепиано, хорошо поет, и она потом пошла в художественный университет, то есть она дизайнер. А сейчас у нее 2 детей, поэтому она уже в семье. И также у меня брат, он фотографирует, его основная профессия это фотография, и у него уже тоже семья, у него жена и ребенок. Вот, и я одна танцую, поэтому у нас такая... Семья все своим занимается. И мама также занималась музыкой. То есть у меня у мамы музыкальное образование. Вот. Ксюша, я тоже тебя очень люблю. Thank you, guys. So, okay, I will say the same thing in English. About my family. I never posted something like talk about my family, but... I love everyone. So my dad, he was an acrobat, and then right now he's like a businessman, and he also like a photographer. My brother, he's a photographer. Like it's his profession. I'm sorry. So my brother, he's a photographer, and he has a wife and a small child. And my sister, she finished the music school, and then she went to like university, like a designer, so she can draw and sing and play piano, so my sister can do anything. And she has also a husband and 2 children. Yeah, and my mom had 2 business. She had like a big dance school, and she opened that just only for me, but then they destroyed the building, so right now we don't have it, but in that moment Hollywood took me like, do you want to be in our project? So we closed our school, and right now I'm here. So you know, like one and then second, so it's
not a problem for us. We're still happy. And my mom also have like a musician. Like my mom also was in the music school, and right now she has one more business. Yeah. And I'm just alone and just dancing. Я здесь месяц. Весь этот месяц, да. С вами уже говорю 25 минут 20 секунд. Вы от меня не устали? Моих разговоров. Какая самая классная достопримечательность, которую ты видела в LA? Очень, кстати, классный вопрос, но на самом деле я здесь еще не настолько много гуляла по всем известным местам. Я очень хочу посетить Диснейленд, но я была в Universal Studio, так как у нас каждый день что-то есть, а в свободные дни, то есть это воскресенье, один day off, мы с сестрой и с девочками иногда ходили пошопиться, просто докупить тех вещей, которых у меня реально нету. Поэтому, грубо говоря, так прям по Голливуду я не ходила, и я никогда не... Нет, я была в... на... этой Аллее Славы. Это, конечно, просто восхитительно. Я обожаю это место. И, в общем, классно все. Мне здесь все нравится, но я бы хотела еще погулять, посетить буквы Голливуд вот эти. Но туда нужно долго подниматься, поэтому нужно выделять целый день, а у меня такого нету. Маша, какой устали, ты шо? Когда уедешь? А я сейчас поеду на этих выходных, опять возвращаюсь в Москву, а после этого, честно сказать, без понятия, не спрашивайте меня, когда возвращаюсь, не знаю. На это Элей Слава. Что у меня на шее? Это наушники, наши спонсоры, это Samsung, поэтому я использую всю электронику только от Samsung. Это наушники беспроводные, они очень классные, удобные и... Вот так вот, в общем, с ними. Вот. И также я сейчас с вами разговариваю через Samsung. Вот. Ты так классно танцуешь. Спасибо большое. Спасибо. Этот проект супер. Да, этот проект, это что-то невероятное. Я просто вот если, когда с нами разговаривает наш продюсер, он же также устраивает какие-то собеседования, грубо говоря, с нами, и просто как бы вдохновляет нас, включает нам наши новые песни, и мы разговариваем, что мы думаем о них, и это прям очень классно, я это очень ценю, я вдохновляюсь, прям плакать хочется, потому что не верится, что это происходит со мной, и я безумно рада, что также как бы меня ждут люди в Москве, и я чувствую, что я нужна и здесь, и там, и мне прям греет душу. А сейчас танцевать не буду, не обижайтесь. Я сейчас в танцевальной студии. Все сейчас ребята учатся, но у меня сегодня выходной, поэтому я чуть-чуть с вами еще поговорю, минутки три, и пойду дальше работать. А ты не поешь в песнях? Я пою, но у меня пока нет сольной партии, но я уверена, что она когда-нибудь будет. Что тебе больше нравится, футбол или хоккей? Абсолютно точно футбол. Я хотя бы мяч могу пнуть. Не знаю, почему на самом деле. Я никогда ни тем, ни тем не занималась, но футбол мне нравится больше. Лакит был интереснее самого проекта. Наш проект еще не закончился. Он даже не начался официально так для всех. Как бы этот проект это не конкурс. Это не так, что он пройдет, закончится. Now United это будет длительный проект. То есть, если мы сейчас как основа, 14 человек, мы двигаемся, ну, представим, что мы будем здесь 5 лет, то после этих 5 лет нам придут на смену другие ребята. И поэтому мы как бы этим проектом хотим вдохновлять людей, и чтобы каждый себя почувствовал, и каждый попробовал себя в Now United. Нас в России уже почти 10 часов вечера. Да, я, честно, вообще до сих пор не могу отойти от того, что Америка и Москва — это разное время, разные часовые пояса, и все время, когда пытаешься созвониться с родными, с близкими, все время там «мы спим, а мы встали», и ты думаешь, блин, мы вроде все люди на одной планете, и у нас совершенно разное время.
Ты рассказывала какие-нибудь факты интересные о России, что они думали или интересовались чем-нибудь? На самом деле мы, вот это правда очень жалко, мы не всегда как бы посвящали такие дни именно разговорам про наши страны, про наши национальности. Но мы каждый день узнаем что-то новое. То есть новые слова, мы разговариваем на своих языках, со своими как бы там по телефону или с нашими гардианами, то есть это тот, кто с нами приехал, кто за нас отвечает. И каждый раз слушаешь и думаешь, блин, о чем вы говорите? И там начинаешь повторять слова, и мы смеемся. Ну, в общем, такого плана, да. А вот именно про наши страны, это только если, вот как я сегодня говорю, у меня сегодня выходной, у нас как бы официально в Москве выходной, и поэтому как бы это праздник, я сегодня не учусь. И как бы эти, да, классно, а у нас там так, а у нас так. Ну, то есть в таких планах, да, нам интересно, мы узнаем что-то новое. Да, Ксюша, у меня тоже есть такая потребность срочно устроить с тобой эфир. Предлагаю это сделать, как у меня появится времечко. Потому что сегодня я решила посвятить день только говорить с вами. Точнее, посвятить эфир только поговорить с вами, пока есть время. Потому что потом я бегу дальше работать, делать уроки, заниматься. А завтра у нас будет весь день шоу-кейсы, поэтому я вообще не буду нигде в соцсетях, я думаю. А в субботу я уезжаю. И как я приеду в Москву, я неделю точно буду отдыхать, хотя бы отходить от времени, потому что у меня будет jet-lag, как это говорят американцы. Это время, когда там перестраивается. Вот, поэтому я как освобожусь, я обязательно устрою этот эфир. Ты мне, если что, напиши еще. Ребята, давайте напишем Соне наши пожелания. Да, напишите мне, пожалуйста, пожелания. Я была бы очень рада. Кто из пацанов нравится? Нет, я не могу тут даже ни с кем заводить романы. Если кому-то интересно поговорить на эту тему, мы подписали контракт, что мы не имеем права заводить какие-либо отношения с... как бы с нашими партнерами по группе. Как это сказать? Помягче. Вот. Но нет, мне правда здесь никто не нравится, потому что мы все тут как братья и сестры, и это хорошая команда, и я думаю, что если у кого-то есть какие-то симпатии, то это нужно пройти, и дальше мы будем самыми лучшими друзьями. Мандарин ей нравится. Обожаю фрукты. А Кристина и Сина встречаются? Нет, нас никто нигде ни с кем не встречается. Мы все как братья и сестры. Если мы выкладываем фотки с кем-то или больше появляемся в соцсетях с каким-либо человеком, это не значит, что мы встречаемся или у нас есть какие-то отношения. Это значит, что мы просто друзья. В чем вообще суть этого проекта? Дарить мир, любовь и счастье людям. И чтобы каждый попробовал себя в Now United, мы сначала... пройдем по всей этой планете, по всему земному шару, просветимся, прознаменитимся, ясно, мой русский, забыл уже все. Вот, и после этого будут приходить на смену другие люди. Как-то так вам нельзя встречаться. Ну, не знаю, всегда всем свое придет, поэтому... А там люди знают, что ты из России? Да, конечно, все знают, что я из России, потому что у нас был кастинг, мы все из разных стран. И я представительница, да, я представительница России. Плюс каждый слышит акцент, как бы у меня прям чисто русский акцент, у кого-то чисто немецкий акцент, у кого-то чисто португальский акцент, поэтому... Классно, что создали такой проект, да. Это восхитительно, это что-то необыкновенное. Кажется, что таких идей, наверное, было много, но никто никогда ни такого подобного ничего не создавал. Какие планы на вечер? У нас сегодня шоу-кейс, весь день у нас будет тренировки, rehearsals, поэтому вот так вот. Расскажи про Ноа, пожалуйста. А что рассказать? Он американец, классный парень, хороший человек, хороший друг. Общаемся, дружим, смеемся, поем, танцуем, веселимся. Now United. Hi. Ответь, пожалуйста, сейчас можно попасть в Now United? Сейчас нет, потому что мы еще даже как бы не прошли этот этап, когда мы, грубо говоря, просветимся. То есть мы сначала...
первые 5 лет, я думаю, что пока будет одна группа, пока мы как основные, чтобы о нас хотя бы узнали люди. Как бы кажется, что вы, как, если тут есть фанаты Now United, я безумно рада, и я вас всех очень сильно люблю. Спасибо вам за всю вашу поддержку, потому что это правда очень важно для нас. Лично меня это вдохновляет, что есть люди, которые интересуются этим, которые как бы разделяют что-то со мной вот в этом Now United. И в Now United будут попадать люди дальше. Не могу сказать, когда, потому что это только идея, это пока только слова. Но это все будет потихоньку воплощаться в реальность. Поэтому я думаю, что вам сейчас нужно просто оставаться как бы вот самыми активными, двигаться с нами, как бы путешествовать, проходить, проживать это все. То есть мы хотим вам создать такую атмосферу, чтобы вы видели, чем мы занимаемся, чтобы вы были с нами, и чтобы как будто это вы сейчас здесь сидите, со мной разговариваете, понимаете? И это... Правда, очень тяжело, это сложно для нас, чтобы это все для вас устроить. Но мы правда стараемся, и не потому, что нам надо это делать, не потому, что мы должны или это обязанность, а просто потому, что мы правда хотим создать такую хорошую атмосферу, хорошую группу и команду, чтобы вот поменять что-то в этом мире, хотя бы какую-то частичку, но чтобы до каждого дотронулась сама идея этого проекта. Неважно как, через костюмы, через видео, через фотографии, через лайв-видео, через, я не знаю, через наши встречи или еще что-то. Абсолютно неважно. Главное, чтобы Now United как бы остался в вашем сердце, понимаете? Вот. А почему не говоришь по-английски? Потому что я говорю 24 часа на английском в сутки весь месяц. И решила устроить один лайв-видео just only for you guys. Вот. А как ты думаешь, будут ли в дальнейшем брать страны меньше России? Думаю, что возможно, но я вот опять же, я ничего не знаю, я не продюсер, я не знаю, о чем он сейчас думает, какие у него мысли в голове, но все возможно. Привет, Полиночка! Я тоже очень скучаю. Привет! Возможно, будут менять страны, возможно, будут добавлять, возможно, будут убирать. Я правда не знаю, поэтому за эти вопросы я не отвечаю. Да, я из России, я из Москвы. Мне 15 лет. У тебя приятный акцент, Ильюс. Спасибо! Обычно сколько у вас свободного времени в день? У нас меняется наше расписание буквально каждый час. Серьезно. Поэтому у нас обычно с утра школа, потом перерыв на обед вот этот маленький, потом танцы, потом перерыв на ужин, как бы все время так вот. Вот. Если съемки, то, как бы, естественно, нас тоже там устраивают перерывы, а так только после 7, после 8. А вообще здесь правило калифорнийское, что... Мы до 16 лет, то есть мне 15, можем работать только 9,5 часов в сутки. Поэтому у нас есть наша учительница, наш педагог, она также отвечает за наш день, наш, как бы отвечает за наше расписание, за наше планирование дня, чтобы мы могли также отдыхать, правильно есть, чтобы у нас 30 минут было на каждый, на завтрак, на обед и на ужин обязательно. И... Она следит, чтобы мы в день не больше 9,5 часов работали. Ну, если это, конечно, не что-то такое серьезное, что реально нельзя перенести никак, то как бы это уже исключение, мы нарушаем правила. Но вообще она говорит, все, сегодня заканчиваем, поэтому, возможно, нас как бы иногда отпускают раньше. Вот. В общем, на этой хорошей, веселой ноте я заканчиваю свой прямой эфир, потому что мне тоже нужно идти дальше работать. Я с вами говорю уже почти 40 минут. Время пролетело очень быстро, и я очень рада, что вы меня все здесь сидели и слушали. Извините, если не всем ответила на все ваши запросы или какие-то вопросы, или где-то что-то написали, я проигнорировала. Я очень рада, что вы мне много пишете, для меня это много значит. Значит, вам интересно со мной пообщаться. И, в общем, я всех очень сильно люблю и желаю вам счастья. И еще раз с праздником всех девушек. Отдыхайте сегодня, наслаждайтесь жизнью и просто цените то, что есть, правда. Сейчас это самое такое время в нашей жизни, и
неважно, что я сейчас сижу здесь, как бы в Голливуде, в Америке, я в чудесном проекте. Для меня, мне кажется, это не играет огромной роли, как бы где ты сейчас находишься. Просто задумайся о том, что у тебя правда есть в твоей жизни, и что будет, если этого не будет. И пойми, насколько ты это ценишь, как бы насколько это для тебя дорого. Поэтому я думаю, что вам сейчас нужно немножко переосмыслить, немножко как бы свое сознание перевернуть, чтобы понять, насколько вы особенные и насколько вы можете вот все это сделать. В общем, всех люблю, всем пока. Люблю-люблю.